Всем привет! Вы на канале Татьяны Ковальчук. Хочу показать сегодня цветы для тех, кто любит много ярких красок. В первую очередь, это, конечно же, колиусы. Но колиусы надо держать под лампами. Вот такие они яркие и красивые становятся. Только под подсветкой в зимнее время. Вот такая альтернатива. Этот цветок называется Эрезины. Очень красивые листья. Посмотрите, какие. Прям сердечками. Вот такие вот. С прожилками. Ему достаточно стоять на подоконнике. И никаких подсветок ему не надо. Есть очень схожие моменты с выращиванием колиусов. То есть, это срезается побежек. Вот этот цветок у меня был срезан от основного, макушка. Смотрите, он немножко подтягивается. И чтобы сделать красивый, пышный куст, надо обрезать. Вот обрезала макушку. Она укоренилась очень быстро. Так же, как колиус. Смотрите, сколько корней. Прошел месяц. И корни нарастил, и вырос. Так же, как колиусы, можно ставить в воду. И также он загибается. Кто выращивает колиусы и укореняет их в воде, знает, что это такое. Это не очень мне нравится лично. Я стараюсь сразу посадить в отдельную емкость. Либо в агроперлит, либо сразу в торф. Ну, небольшую тепличку сделать. И чтобы вырастить пышный куст, надо постоянно стричь. Либо вот буду высаживать из этого горшочка. Вот из этого, видите, обрезала. Вот здесь видно. Вот. Эти боковые побеги пошли более активно расти. И буду пересаживать из такого горшочка в большой. То есть и это растение, и эту макушечку, которая очень хорошо укоренилась. Думаю, что ее потом, когда пересажу, тоже обрежу. Обрежу вот здесь. И вот эти побежки, и эти начнут более активно расти и пушиться. Так же, как колиус, он еще цветет невзрачно совсем. Поэтому вся красота, как говорится, в листьях. Что у колиусов, что у резины. Вот такой вот красивый цветочек. Выращиваю его не очень давно. Поэтому, когда пересажу, обязательно в обзорах покажу. Какой это будет пышный и красивый кустик. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Всем всего доброго, до свидания.